мне задали вопрос: Лен, а тебя что, лени не бывает? У тебя не бывает такого, что ты не можешь себя соскоблить с кровати? В этом плане я всемогущая. Просто 10 лет назад, 38 лет, я увидела, что я буквально старею. Я тогда подняла голову к небку и сказала: боженька, слушай, вот если бы ты мне сказал, что мне нужно делать, чтобы эта фигня остановилась, скажи, что нужно делать, я буду делать. И мне стала попадаться информация. Началось с моих 38 лет, а сейчас не заканчивается. Если вы не хотите изнашивать свое тело, то час в день заплатите ему. Поэтому, как бы я себя не чувствовала ни в ресурсе, но я все равно должна встать и в течение часа походить. Или там чуть-чуть подбегать, немножко позаниматься, может, на домашнем коврике, может, где-то в спортивном зале. Остальные 23 часа делайте, что хотите. Вот это примерно то, что мне пришло. И это то, что я вам передаю. И я вижу...